они получают самую хорошую корму. Потом на следующую группу, которая уже другую корму получает. С любых других компонентов зависит то, сколько они кушают там, сколько здесь. И то, что молоко зависит 100% с того, что они кушают. Как они кушают, как стабильна их выдержка, это факт. И из-за этого, если для вас было интересно, что выдой более 30 литров. Насос там накачивает навоз, вот этот пластиковый пруд, там в кустарнике на улице. И два раза за год этот навоз вывозят на поле и в почву глубину 5 сантиметров поставляется. И в этом регионе мы не используем вообще химикатов. У нас сегодня не легко. У нас химикатов используется на поле. Это селектированная сперма, значит, будет только дождь. Вот такая наука в этом сфере. Если вам, у вас есть дождь, платите, что